Заигравшись в компьютерную игру, мужчина решил воплотить ее в жизнь. Около 7 часов утра он взял с собой кухонный нож и пришел в разрушенные дома на проспекте Строителей, чтобы воссоздать обстановку из игры. Мужчина выследил жертву, нанес ей 6 ножевых ранений, после чего похитил личные вещи женщины. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции удалось задержать 28-летнего ранее несудимого подозреваемого. Мужчина полностью сознался в содеянном. По данному факту было возбуждено уголовное дело отделом по расследованию преступления на территории обслуживаемого отдела полиции номер 7 в составе УНД по городу Саратову по статье 162, часть 4, пунктом В, за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражем, которое избирало судом Ленинского района города Саратова. Андрей Багаев, Павел Тропин, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.